главная деталь батарея, я основная часть подводной лодки, необходимый агрегат ракеты и самолета главный элемент, а также я приставка для лопаты, саперный, штыковой, ну и совковый, и кисти по поверхности водитель, и тряпки тоже только половой. А также я объект для воспитания, а также воспитатель сам, конечно, и фактор человеческий важнейший, ну и кобзон, когда со сцен пою. А также я начинка для мундира, колодка для сапог или ботинок, и автомат для отдавания чести, и место трех шеренжным строю. А вот пойдем, извините. Ну вот и вся военная карьера, плюс планы отпуска и мои водки, что основа адекватного ответа, что мы дадим врагам в один момент. А вот пойдем сейчас и перекурим, и кислородом через фильтр подышим, пока начальство водную рожает, чтоб мост нам окончательно свихнуть. Мы ко всему готовы, что ты, Шурик, пусть у кого-то там поедет крыша, ведь нам одно единственное надо, под галстуком рубашку застегнуть. И мы с тобой сумеем все, конечно, и будем по любой команде к месту, от мироздания тайных состояний до содержания мусорных бочков. И нас тупик ни разу не поставят начальники свои, враги чужие, поскольку мы заранее готовы к тому, что быть не может никогда, к тому, что быть не может никогда, к тому, что быть не может никогда. Ура!